считается один из самых дорогих праздников для русского человека. Конечно же, День Победы! 9 мая 1945 года во всей стране волной радости и нескончаемого счастья пролетело слово «Победа». Гремели салюты, все обнимались, плакали, пели песни и танцевали. Вы только представьте, огромная площадь, такая как Красная площадь в Москве или как Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, вся до отказа наполнена людьми. И все вальсируют. И сегодня мы вместе с вами воссоздадим. Закрывается сценарий и почувствуем атмосферу победного мая 45-го года. Под любимые песни военных лет и под музыкальное сопровождение военного духового оркестра. Но для начала мы хотим пригласить в микрофон с приветственным словом заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, начальника отдела по делам молодежи Владимира Евгеньевича Журавлева. Под ваши аплодисменты, друзья. Спасибо, Владимир Евгеньевич. И мы передаем микрофон. Вы тут следите, да, что фончик делайте тише, где-то погромче. Даже вот сейчас нам мешает прям. Здесь можно потише. Когда начинает кто-то выходить, можете погромче. Хорошо? Спасибо. И мы передаем микрофон людям, которые поддержали инициативу и помогли нашему любимому хореографу Светлане Бурдонос. Обожает фамилию. Осуществить все задуманное в организации и проведении бала. Встречайте Псковский городской молодежный центр в лице директора Виктора Дмитриевича Рулева.